Здравствуйте, компания Прогрессавто. Сегодня у нас на обзоре мини-экскаватор Кубота 22 силы на металлических гусянках. Состояние гидрошлангов, все линии сухие. Здесь видно, что смазочка есть на столе, то есть все это дело обслуживалось в Японии. Следили, чтобы не засыхало. Сейчас с другой стороны обойду, покажу место водителя, оператора. Вот заодно открыли сразу же капот, чтобы показать состояние мотора. Трехцилиндровый двигатель в данном экскаваторе. Ну и это все родная краска, то есть это все состояние такое, какое оно пришло из Японии. Мы мотор только помыли. Соответственно, вот как-то так. Все это в прекрасном состоянии, сухое. Никаких нареканий, вообще вопросов к этому нет. То есть, ну, видно, что мотор, в принципе, как новый. С другой стороны, заходим, видим все рычаги управления. Сейчас покажу наработку. Наработка у нас здесь 990 моточасов, поэтому как раз мотор в таком состоянии. Наработка для экскаватора небольшая, тем более для такого мотора. Состояние он прекрасно, поэтому приходите, приезжайте, пробуйте, и обязательно он вам понравится.